Вы в этом мире родились одинокими. Но здесь, в доме очага, вы вырастете сильными. Ваша цель — учиться, соревноваться, побеждать всех братьев и сестер в битве и стать королем. Ого! А где Перуэр? Она же хотела послушать сказку. Прошу прощения, мать, она должна быть устраивать похороны своему пауку. Это дитя. Наверное, опять разыгралось ее проклятие. Клерви, сходи за ней. А, хорошо. Я тут пронесла пироженку. Хочешь попробовать? Конечно. Тебе следует знать, что пауки не едят пирожных. А, да-да-да-да-да, я знаю. Матери обычно ругаются с дочерьми. Говорят, снежной ночью танцуют разноцветные огоньки. Когда вырастем, поедем вместе посмотреть на них. Отличным королем. Прости. Спасибо тебе. Мне давно следовало срезать этот цветок, не дожидаясь, пока он завянет. Какая досада. Согласна? Невинность и доброта — такие прекрасные черты. Прискорбно, но также бесполезны. Привязанная птица никогда не вылетит из гнезда. И ты не исключение. Сдавайся! Позволь матери направить тебя, и ты станешь истинным королем!
Мой ответ! Нет! Она убила предвестницу? Ее Величество Царица Сим постановляет. Я прощаю твои преступления и нарекаю тебя новым именем. Имя это его кровопролитное наследие теперь есть твоя ноша. Моя бедная, безумная, проклятая слуга. Иди со мной, и я буду растить тебя, как суровый и беспристрастный отец.